Ты можешь успокоиться, ты самый настоящий гений. Композиция называется «Серебряная женщина». Мы с Константином Сафьяновым играли в Доме музыки на юбилее Тимофея Александровича Докшицера. Это все попало на канал «Культура», потом в Америку. В Америке тоже, да? Что сказали? А фотография попала? И Константин Сафьянов выложил это, фотографию с этого концерта в Америке. Ему сказали, что у него там был очень хороший пиджак. Итак, «Серебряная женщина». Thank you.
Thank you.